В другой части буша беременная жирафиха готовится рожать. Эти редкие кадры, снятые на любительскую камеру, показывают, как она находит для этого уединенное место. Мать ходит, пока детеныш появляется на свет, копытами вперед. Большинство крупных травоядных рожают стоя. Ничего страшного, когда от земли ты недалеко. Но этому новорожденному грозит падение с высоты. Всего через полчаса он уже встанет и сможет ходить. Окраска меха делает его незаметным в высокой траве. При рождении он 180 сантиметров в высоту, но будет расти по 2,5 сантиметра в день и уже через год станет крупнее вдвое. В первые дни после рождения малыша мать держит его отдельно от стада, но не слишком долго. Детеныш – желанная жертва для хищников, и скоро нужно будет возвращаться под защиту остальных.